Позвонил мне неизвестный человек и спросил: вы продаете садовый участок? Я говорю: да, садовый участок, садом дом. Дал, я, говорю, сейчас не могу с вами общаться воочию. Я, говорит, нахожусь в городе Ханты-Мансийск на вахте. Но, говорит, я посмотрел, был на вашем садовом участке и хочу приобрести ваш этот домик с участком. Но, говорит, чтобы не было этого, чтобы вы не передумали о реализации другим, я, говорит, хочу оплатить, выставить вам предварительную оплату сумму 50 тысяч рублей, а вы снимете с продажи этот садовый участок с домиком. Ну, я говорю: может, не надо торопиться, давайте по приезду сделаем. Нет, я, говорит, буду спокоен.